В Петербурге задержана генеральный директор туроператора «Solvex Турне». По данным следствия, Тамара Халицкая в августе этого года, зная, что ее компания не сможет выполнить обязательства перед клиентами, продолжала заключать договора. Об этом сообщили в городском следственном комитете. В результате мошеннических действий потерпевшими оказались около 5000 россиян, которые были обмануты на сумму свыше 150 миллионов рублей. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой и предъявлении ей официальных обвинений.